Доброе утро! Дефицитный бюджет Омска резали, и сегодня мы наконец узнаем, какой будет городская казна в ближайшее время. В Горсовете пройдут публичные слушания по проекту бюджета города на 2013 год. А о дальнейшей судьбе авангарда в турнирной таблице станет известно сегодня вечером, после матча со Станинским Борисом. Напомним, что в рамках нашего спецпроекта «Удачи на льду» можно записать видеопожелания для авангарда и прислать к нам на почту. Каковы впечатления казахстанских хоккеистов от игры в Омске, узнаем позже в новостных лентах, а какими стереотипами наш город привлекателен для иностранцев, читайте в сегодняшнем рейтинге. До вечера!